Хей, ребят, перед просмотром видеоролика не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Приятного просмотра! Всем здорова, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в LEGO Batman 2 DC Super Heroes. Начинаем проходить игру на 100%. Итак, перед прохождением я открыл всю карту. Так, отдалить, конечно, я не могу. Я открыл всю карту. То есть вот тут все персонажи, которые нам нужно будет открыть. Вот. И нам нужно сейчас будет открыть обязательно Лекса Лютера. Так. Вот так вот. И Джокера. Так, мы полетели. Так, ушли. Где-то тут он должен быть. Ага, мы здесь. Ладно, они где-то тут, значит. Значит. Так, возьмем флеша. Так, вон он вроде сверху стоит. Да, вот он. Лекс Лютер. You think you can stop me? I'm Lex Luthor. И нам нужно его победить будет. Просто победить, да? А, и все. Лекс Лютер 250 тысяч, покупаем его, нам понадобится для прохождения игры на 100%. Вот, я бы просто так его не покупал. И также нам нужен Джокер. Так, он у нас находится где-то ниже, на Ace Chemicals, вот тут он находится. Так, ставим на него меточку. Так, мы полетели. Так, ищем эту меточку. Вот туда нам надо. Вон Ace Chemicals у нас находится. Так, ищем здесь Джокера. Угу, что-то... Кстати, да, вот, чтобы открыть всю карту, нам нужно исследовать терминалы. Я их всех, в принципе, исследовал, открыл. Так, где Джокер? Джокер. Так, тут стоит его коробка. Она как раз-таки будет у нас и на уровнях, и нам как раз-таки для этого и нужен будет Джокер, чтобы... открывать. Так, что-то я пока что его не вижу. А если вот так? What can I do for you, sir? What can I do for you, sir? Так, пока злодея. А, он на крыше. Все, я понял. Все, я понял. Так. What can I do for you, sir? Так. Угу.
Так, вот метка. Вот он, все, нашел его. So strong. Let me shake you by the hand. Так, ну с ним надо, нужно будет просто подраться, причем, ну, типа, так же, как и раньше, да, то есть, как мы с ним уже и дрались. И покупаем его также за 250 тысяч. И также, возможно, нам понадобится Мэнбет. Я не уверен, но давайте на всякий случай его тоже, значит, купим. У нас там вроде на какой-то из колоколен. Вот тут вот он у нас. А вот и Мэнбет. А, он уже пол мульта стоит. Ну ладно, тоже его покупаем. В принципе, пока что все. Да, пока что все. И сейчас мы будем проходить, значит, у нас в пещеру Бэтмена. Возвращаемся. Так. Вот у нас. Вот тут у нас везде уровни все помечены. Это удобненько довольно-таки. Так, давайте-ка уберем метку. И первый уровень. Погнали, режим свободной игры. Убираем Лекса Лютера. Начинаем. Это катсцену мы пропускаем, да? А, мы не можем пропустить, к сожалению, почему-то. Вообще никак. Так. Хорошо, берем, значит, Бэтмена. Берем костюм энергетический. И мы даже сейчас будем найти вот таких вот. Сейчас я вам покажу. Три столика. Вот он, раз. Потом. Это не тот. Так, а вот скорее всего он, да? Это два. И вот этот вот. Это три. Забираем бонус, берем Робина. Так, одеваем костюм акробата. И бежим, значит, за вторым бонусом. Он у нас находится вот с этой стороны. Все-таки пару, может и один, скорее всего, один эпизод я запишу с голосом. Вот этот вот. Чтобы немного пояснить. Так, прыгаем сюда. Потом сюда. Вот сюда. И забираем бонус. А вот теперь, как обычно, идем дальше. Да, кстати, друзья, введу код на детальки X2. Только такой код тут доступен, да, то есть больше тут нету. Вот, и сейчас на непобедимость тоже введу, чтобы проходить все быстрее. Это полезнее и удобнее, так что не обессудьте.
Итак, друзья, бессмертия тут нету, зато тут есть суперстроительство. О, да, суперстроительство его тоже активируем, тоже пригодится, чтобы это все было быстрее. И также ведем код на притягивание деталек, это нам тоже пригодится, чтобы быстрее копить истинный супергерой, да. Вот, а теперь идем к бонусам уже, точно теперь. Да, друзья, забыл, тут нам нужно будет спасти жителя. Вот, спасаем его, идем дальше. Итак, друзья, для следующего бонуса нам нужно будет войти вот в эту комнатку. Мы тут уже до Ридлера дошли. Проходим, значит, сюда. Так, так же вот это все можем сломать, да? Берем киборга. Убийцу, да? Так, киборг, киборг, киборг. А, нам его не дали, да? Ну, значит, берем вот так вот, с помощью вот этого. Так, проходим вот сюда. Так, берем. Опять же, нам не дали Мэнбета. Да, у нас тут, конечно, лежит костюм, но можно делать это все с помощью Мэнбета. И также заходим сюда, берем Джокера, которого нам опять же не дали. И активируем. Так, нет, смотрите сейчас. Красный. Зеленый. Желтый. Синий. Потом зеленый. Потом красный. И синий. Отлично. Четвертый бон. Надо было вот по той вот картинке верхней вот этой вот повторить. Так. Идем дальше. Итак, друзья, для следующего бонуса нам понадобится Бэтмен, его электрический костюм. И также Лекс Лютер, с помощью которого мы ломаем вот эту вот стену. Заряжаем костюм. Ой, щиток этот. Садимся на коня. Проезжаем. И вот у нас бонус. Пятый. Идем дальше. Итак, друзья, следующий бонус у нас находится вот здесь. Берем Мэнбета. Разбиваем стекло. Берем Супермена. И вот у нас бонус. Идем дальше. Теперь мы идем вот в эту сторону, замораживаем здесь воду, ползем по ней, так скажем, да? Ломаем здесь огнетушитель, собираем канат. И по нему мы добираемся до бонуса. Седьмой бонус, идем дальше. Итак, друзья, после того, как мы разобрались с Двуликим, нам нужно будет подойти на правую лестницу, кинуть сюда жезл Робина Акробата и забраться вот так вот до следующего бонуса. Идем дальше. И последний бонус у нас находится в локации с Джокером. Ну, то бишь, в финальной локации, да, где мы должны с ним драться. Мы должны сломать вот эти вот жалюзи. Так, сейчас. Вот, два из трех. И получается
Это последний бонус, но один я прошляпил, поэтому мы возвращаемся в Готэм Сити с... Так, ну ладно, допустим, сохраняем и выходим. Итак. Угу. Так. Нам не показали, что мы завершили и так далее. Угу. Угу. Ладно, ребята, пауза. Итак, друзья, короче. А, я еще и выбрал. Блин, вот я дурак, я еще и выбрал этот. Ой, сюжетку. Сейчас, секунду, друзья. Итак, друзья, значит, нам нужен Лекс Лютер. Ломаем вот, вот это вот. Ждет, ну. И тут у нас. Вот как раз таки последний должен быть. Должен был быть бонус. Ну, что-то прикол не понял. А что теперь так нельзя, да, делать, чтобы просто взять и посреди уровня выйти. Ну да, допустим, вот мы спасли, собрали бонус. Возвращение в Готэм Сити. Сохранить и завершить уровень. Вот, можно. А почему у меня тогда-то не это? Вот, житель в беде. Еще один бонус. Скорее всего, это за то, что я сохранился. Короче, когда вот проходил, я же там сохранился. Возможно, этого делать не надо. Хорошо, ладно, я перепройду, но уже вне выпуска, да, то есть вне серии. Вот. Ну, на этом я буду заканчивать, друзья. Я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал. Ставьте лайки, делитесь этим видеороликом с друзьями. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока. Итак, друзья, я прошел опять по новой. Короче, я тогда, когда нажал вот сюда, я нажал сохранить и выйти. А нужно сохраниться и завершить уровень. Я немного не то нажал. И вот у нас сразу и монеты даются. 575 тысяч. И бонусы. Кстати, да, истинный этот я... Истинный супергерой я собрал, но я тогда выходил, поэтому не заснялось. Так, нам дают еще монеты. И также Мега Джип Харли Квин мини-набор. Это мы собрали, да? Потом мини-набор. А, да, и еще это доспас этого. И, ну, это тоже, короче, сюда не попадет, ну ладно, неважно. И, в принципе, все. Да? Да. Нас выкидывают в Бэт-пещеру. Вот на этом теперь точно все. Всем пока-пока.